Ребята, она есть. Вот она первая. А, окунь, окунь. Привет, зрители. И снова мы на канале Ютуба. Едем сегодня на озеро Леканово. По вашим заявкам и просьбам мы вам докажем обратное. Надеюсь, мы сегодня поймаем зубастую красавицу. И вообще, сегодня с вами Федор. Я Евгений Кузин, и я вернулся. Привет, ребята, да. Кстати, очень много людей пишут, что на, ну, что в Леканово, в общем, нет рыбы, да, бесполезно туда ездить. То есть она, может, и есть, но она не берет, ее бесполезно поймать. И вот мы сегодня едем, как разрушители мифов, да, вот этих вот сложившихся стереотипов, хотим их поменять. Ну уж получится, не получится, мы как бы не заверяем, что мы, да, мы там все сделаем, мы все поймаем, но мы попробуем, в общем, и как бы уже на личном примере, чтобы те люди не страдали скептицизмом, которые там никогда не были, а почитав вот умников, у одного не получилось, у второго, и сегодня вот если у третьих не получится, тогда может быть. Но если мы все равно не согласимся, да, просто... Пока мы в полном настроении, у нас есть лодка, мы будем, да, попробуем с лодкой. Я уверен, что после нашего обзора, теста и выводы, вы туда поедете. Так что оставайтесь с нами, ребят. Здесь обалденная природа, живописные, красивые места. Кстати, она... Она не естественная, Тася. Вот, ребят, вот такой вот вид на озеро. У нас открывается. Вот оно. Большое. Мы находимся в Леканово. Вот тут какой-то банная застава. И наступает вот плохенькая дорога. Приходится сделать подвеску чуть повыше. Все, теперь мы одолеем. Ну давай. О, пневмоповеска, подвеска. В ней, кстати, есть, оказывается, свои плюсы. А вот такой, ой, вон там на лодках уже кто-то плавает, мужички какие-то. В общем, сейчас и мы будем располагаться. Вот. Так что... Вот такие тут раздолья. Блин, оно большое, оно и вон туда, вон, смотрю, идет. Я смотрю, плавают на лодках-то. И там плавают, и там вон плавают. Ну, о, а что это она гудит? Это компрессор накачивает давление на север. Нам в ту сторону или в ту? Нам в ту сторону. Все, поехали. Ну что, вот достали лодочку. Сейчас еще покажу место, блин. Вообще, как классно здесь смотрится. Блин, в экран плохо вижу, что. Вот. Блин, вообще супер. Это как озеро Рица, только не голубое. Блин, без экранчика. В экранчике все равно ничего не отсвечивает, не видно. Вот, в общем, сейчас будем качать. Еще сейчас, сейчас покажу мне. Сегодня попробую, вот мне Федор дал такой спиннинг. Касадака. Легкий вообще. Никогда на такие легкие, кстати, не ловил. Но поставлю на свои это и попробуем. Вот на этой лодке мы отправимся в этот, в заплыв. А быструю накачку я все равно не смогу сделать. У меня программа паршивая. Нет, там пресс. У меня комп не тянет нормальные проги. Выбрасывай.
Так, ты будешь на этот спиннинг, да? Да, приобрели спиннинг шимановский, прям под щуку, с тестом 10 на 30 грамм. Угу. Такой там хороший подвоблер, под колебалочки. Даже сейчас с этикеткой вон. Ну да, он легкий, кстати, вообще, блин. Прям самое то. Класс. Уже почти накачанная. Да. Уже ждет нас в ней. Я вот тоже уже все, поставил свою катушку на этот спиннинг. Начну вот с этой вот. С такой блесенки. Ой, с этой скрутилочки. Мэпсовской, с желтой, маленькой. Мы решили попробовать, что я начну на маленькую, а он на большой. Посмотрим, ну, на что, блин, вылетело. Ладно, короче, будем качать. Блин, там прям щука вон плавает. Попробуй. Блин, отсвечивать не вижу. Так ненормально играет, да? Мне вообще отлично играет. Добрый вечер, господа и дамы. Чё, шкана? А? Плавала и хватит. Да, прям сейчас плавала вот там за кустами щучка. Ушла. Но от нас не уйдешь. Пакеты — это не рыбак. Главное, ребят, главное, пакеты под рыбу мы взяли. Очки ты взял. Мне, в принципе, они не нужны. Так. В них глаза потеют. Ну что, берем за весла? Или за эти? Нормально, тихо. Потихоньку. Хорошо, спустим. Смотрю. Я смотрю. Так, тут яма сейчас будет, видишь? Ага. Оп. Давай. Промокают резинки. Я вот без, вообще без резин. Ты там устакань все как это. Бутылень какая. Какая промокательная, не помню. Ой, мне надо залезть. Моя какая-то вертушка. Нафиг, сними пока. Я буду лезть. Она снимает. Все, ребят, мы сели. Нам нужно... Чинотень в обиду. Нам нужно отчалить теперь. Давай, ты на берегу сидишь. Ну. Короче, ладно, мы так не отчалим. Как настроение? Супер, позитив. Так и прятался себе. Вот у нас вид какой с нашей лодки. Я вот пробовал на лепесток, на эту, на крутилку. Не знаю, видно игру будет. Как он у тебя вьюн? Угу. Я, правда, не знаю, что тут видно, потому что мне все отсвечивает. Фирма Касадака. Касадака, воблер. Ну, а я сейчас буду пробовать резинку, чтобы у нас разные эти, ну, всякие снасти. Он будет на одну ловить, а буду на другую, противоположную. Ну да. Знать, на что надо лучше клюет, что предпочитает. Потому что все-таки мы, ну, чтобы уже, как бы, знать, не особо приехали, чтобы друг друга рыбой облавливать. Правильно? Конечно. Чтобы узнать тонкости этого водоема. Может, ну, покажи, угадаем. Вот воблер. Может, даже угадаем. Так, вот, вблизи. Вот такой вот воблер Касадака. Обалденно вообще. Угу, он прям плавает, как этот, как вьюн. Угу. Вот, дорогие друзья, мы приехали на озеро. Да, полные снаряженные воблерами, блёснами, спиннингами, лодками. Едой всякой, потому что мы сюда приехали за рыбой.
То есть мы на весь день здесь, да, весь день. Так что не думайте быстро от нас отделаться. Кстати, вот надо будет полюбаться, сфоткаться один член. Конечно, сейчас вот подплываем сейчас к месту. У нас, романчиком. Вот, смотри, у меня она прям твитингует там. Подожди, подожди. Вон она. Там по дну хотя опустил бы, фигачи. Мало ли, что там есть по дну. А кстати, да, я сейчас ее приспущу. О. Ну там пусть где-нибудь идет. Ну, в общем, плывем вот еще. По берегу, ну не плывем по берегу. В общем, плывем, вот откидываем всякие вот такие маленькие кармашки. Поклевок не было пока что. Поклевок нет. Пару поклевок травы было. Да, удары травы были. Ну, то есть, чтобы вы поняли, вот мы отплыли вот от того места, где мы отчаливали. Вот. И вот мы вот пока вот только столько проплыли, то есть мы еще пока из вот этого вот такого заливчика, как это можно назвать, заводи из этой пока еще даже не выплыли. Ну, в общем, только начало, мы еще плаваем минут 20. Вот что там плещется. Вот, ребят, не мог не заснять это. Вот смотрите, какая вот красотень. Сидим вдоль вот этой травки, кидаем вдоль нее. Поменял вот опять воблер, да? Поставили составник из трех частей, поверхность почти. Изображает какую-то ящерицу, что не знаю, гусеницу, черека плавающая. А вон мужик тоже со спиннингом по берегу ходит. Где он есть? Я участник группы по-любому. Вот смотри, как она идет. Все. Ну так вот тут еще проведи разочек. Солнышко так не видно. Такая вот. Показал бы его хоть в этом, вблизи. Вот. Тоже косодак. У тебя все косодаки, да? Да не, обалденный воблера. Ну какой. А он вот заправляется энергетиком. Вам не советую. Косодак. Себя советую. Жми, жги, блин, да? Вот, красота какая, погода вообще супер. Так, короче, поплыли в другое место. Поплыли в открытое море. Заплыли в кувшинки. Поднялся, кстати, очень сильный ветер. Он уже одел эту вертушку. Я одел блесну. Ветер вот какой сильный. Пока, в общем, поклевок не было. Ждем. Пытаемся. Пытаем счастье. Ты закинул троллинг. В общем, что сказать, ребят, дальше. Вон, покидаем мы тот залив. Что-то там глух. Мужик по берегу ходит. И сейчас мы переплываем на ту сторону. Мы там еще ни разу, ни он не был. Вот такой вид у нас. Ни он не был, ни я не был. Никто там был. Ветер вроде чуть утих, но я одел шарф на удачу, чтобы это не надуло нам шею. Нам. Я одел шарф, чтобы не надуло нам в шею, короче. Я поставил силикон. Он поставил какой-то свой везучий, говорит, этот. Как его? Воблер. Везучий воблер, говорит, на него все время ловил щука. Да, мы на ту сторону приплываем, потому что здесь ветер, а мы не взяли якорь ни хрена. Кстати, троса, что еще хотел сказать? Да херена, паутины вообще прям, да? Да, друзья, бабье лето. Пауки, кстати, пауки так прям, парят, бля. Прям это, лазят здесь, и мы обнаружили, они прям выпускают эту паутину, как парашют. Да, и с такой скоростью друг за дружкой, как на соревнованиях фигарят. Ну, в общем, все, плывем на эту сторону, уже сейчас будем здесь смотреть. Там что... много щепки будет скалывать, а у нас что-то хиленько. Вот мы, да, решили. И здесь, кстати, мы, по нашим наблюдениям, вода намного чище, чем там. Чем в этих заливах. Чем в заливе, да. Вот тут камыши я уже вижу. Ну и сейчас в этот берег будем уже бороздить. В общем, мы прошвартовались.
к этому берегу, его штудировали, пока не наштудировали, пока поклевочек не было. Тут вон нашли грибы. О, ну нам на них тут их много, вообще весь берег усеян. Где это? О. Фиг его знает. Так что мужик там вон все ходит. А, ты тоже наркоман этот? Я еще со стажем. Капельный, да? Ну да. Ну что, блин, ноги затекли. Что, будем есть, нет, по бутеру? Может, по бутеру? Половим еще. Или половим? Половим, мы в лодке поедим. Ну да, жопу отсидели. Но нормально. Я вот ловлю сейчас на вот такой вот, на медный лепесток. А ты на спартаковский воблер, да? Или ты уже сменил его? Я пока его сменил, но он ничего не оделает. Вот. Ладно, в общем, ребят, залазим. Сейчас, подожди, скажу, сколько время, пока я на телефоне. Время 13 часов 15 минут. И то есть знает, мы где-то время. Часов с 11, да, ловим? Да. Ну, 2 часа ловим, но у нас план до вечера, короче, до Талова, так что будьте с нами и не переключайтесь. В общем, мы что-то тут крутим, мутим, баламутим. Мы сейчас чуть не перевернулись недавно с лодки. Да, было дело. Он разговаривал по телефону, а я так дернул, что не улетел сначала в один конец, потом в другой. Вот. И сейчас я вообще прилег. Он задумал какое-то другое, говорит, место. Сейчас говорит, туда пойдем. Сейчас он мурыжит с веслами. Да, блин, устраиваю их. Вообще, что-то все перепробовали. Уже и он не любитель, но уже и он джих одевал. Красный. Я на кастмастеру. Тихо. На кастмастер уже фигачу. Сейчас пошли троллингом. Сейчас вон поставил воблер, да, троллингом занимаемся. Не знаю, в какие места плывем. Женек, убери этот. Капец. Сейчас вот, пока я, он говорит, подмотай, блин, сейчас такая, блин, сошла. Я даже не успел нифига, вот прям вот у лодки. Но она прям это, не успел даже, она схватилась, вылетела, то есть, и прям все. Так что рыба тут есть однозначно. Да, рыба есть. Будем искать. Поэтому у нас уже появился этот... Возможность. Азарт. Уже у нас адреналин погулял. Вот, и сейчас плывем куда-то, он говорит, метров 500 где-то там, и где тебя нет. Вон там, вон, желтый песок, обдует теплый ветер в лицо. Вот так вот вся эта картина, как я ее наблюдаю. Не знаю, может, яблок сейчас пожрем. В общем, рыба есть, время у нас еще есть, я телефон-то не утопил хоть. Время 2. Вот, мы даже еще во вкус не успели войти. То есть сейчас все самое интересное у нас еще только впереди. Главное поймать. Да, чтобы она в лодке была. Да, потому что видеть одно, а лицезреть, как говорится, одно, а на ощупь щупать другое. Хотим щупать щуку. Вот, ребят, плаваем, штудируем берег, решили перекусить. Спасибо, и вам приятного аппетита. Угу. Бутербродики. А что, так в лодке нормально, да? Чайку еще с собой. Угу. Вот. Мангальчика не хватает. Мангальчик прям. Пивка. В общем, вот плаваем. Еще много мы, кстати, уже еще проплыли. Пока что-то тишина. Ну и время еще с обед. У нас все-таки есть надежда еще сплавать вон туда. Может, ее тут убили всю. А кто его знает, да? Тут же ведь рядом есть платный пруд. И чтоб туда шли клиенты, могли. Да не, вряд ли, всю рыбу не истребишь все равно. В общем, пока у нас обед. Ладно. Решили попуперить. Или ты уже перестал пуперить? Очень большой.
большой. У меня есть поппер. Смотрите. У тебя есть, у меня уже весь поппер вот от этой ласки болит. Поппер, блин. Клахает вода, не подумай. Смотри, есть какой-нибудь маленький поппер, еще один. Вот он. Вот этот поставь. Вот весь поппер у меня. Смотри, какой червяк. Какая-то махня какая-то. Махня? Офигеть. Ну, это такое. А он... Я хочу поставить. Машина. Я сейчас не могу долго. Какой, поппер тоже? Да. Это я пока нашел. Я хочу ее поставить. Маленький. Да. Там вон мужик на лодке. Сейчас попробую его приблизить. Ух ты! Пошла в жизнь. Разок другой. Все. Вот. А я тоже сейчас и на этот пробовал, на этот поставил все-таки опять. Свою излюбленный виброхвост. Но мы специально сейчас так это делаем, чтобы на разные. На разные снасти. Вон домик там какой. Солидно. Так бы тут жить, раз вышел вечерком, поплавал. В общем, уже вот такое неплохое расстояние. То есть, получается, вот там вон у нас, вон там машина стоит, там мы заводь всю переплыли, вон там вон. И вот, уже сейчас движемся в том направлении. Ну ладно, у меня там машина какая-то, это борода. Да не, нормально все. Все, разрулил. Там кушок был, да. Че, нам надо за щук? Да. Попробуем на ту сторону. Поплыли. В общем, поплывем сейчас мы на ту сторону, ребят. Да, пацаны. На веслах у нас сегодня Федор. Да, я отличился по веслам. Грибу хорошо. Да, он профессиональный веслик. Гребнист. Гребнист. Как там они назывались, кстати? Гребень. Профессиональный гребень. А вон плывет. Мужик тоже, кстати, на веслах там. Это ж не половина, кстати. Там вон еще куда идет. Вон мужик на волну. Он, если приплывет, мы у него интервью сейчас возьмем. Блин. Вон на моторке херачит. Тут вообще, блин. А? Тут вообще бешеный народ какой, там он с этими, с мордами, там на моторках. О, блин, вообще нормально ловит. Блин, дай мужиков сниму. Блин, вот ты меня мотаешь. Блин, короче, не дает он мне снимать сегодня, ребят. Так что лайк, пацаны, извините. Все вопросы к нему не дает снимать, так что, блин, все. Сейчас плыли, наткнулись прям вот. Не знаю, будет видно. На какую-то стену. Во. Офигеть, они. У них там прям как подводный мир, Кусто. Жесть. В общем, мы, наверное, сейчас плавали-плавали, думали-думали. И думаем, наверное, мы поедем. Сейчас время 4 час, 3:10, минут 4. Попрем на Аку, попробуем. Здесь что-то не увенчалось у нас успехом. Пока что ни у кого что-то ничего нету. Значит, возможно, все-таки были надо правы. Приехать. Просто в другой день. Возможно. Поплыли дальше.
Ребята, она есть. Вот она первая. А, окунь, окунь. Смотри, окунь вообще за кишку. Давай, давай, давай. Давай. Вот он, так что он рыба тут есть. Походу. Он вообще вон как попал-то. Где он даже не это. Нормальный такой. Ну. Ну давай вот так тебя с ним, чтобы это. Ну смотри, сейчас еще улетит. Надо что сделать, чтобы ребята еще чуть-чуть видели. На что поймал. На что поймал, да. Не, подожди, чтобы вот не отсвечивал. Сейчас я покажу отдельный воблер. Да лучше вместе сделай. Оно отлично. Кадр не будешь делать? Че, куда его? Давай, садок. Да. Есть, нету. Кстати, знаете, почему Итон поймал рыбу? Потому что я на веслах. Вся ответственная работа-то. Она на мне. Я тут дрифтую. Я уж тут собрал все кувшины. Все купыри, блин. А он налегке. Ладно, шучу. Вот никак мы. Нам, короче, чтобы добраться, вон у нас машина стоит. Но чтобы нам до нее добраться, нам нужно, короче, оплыть всю вот эту хрень. Мужики там с какой-то как резинкой ходят. Я так и не пойму, что это. Вон они. С каким-то мешком. Вот и корзинка. Не знаю, поднимет он ее сейчас, покажет. Ходит и по кустам ее там, я не знаю, что он ловит. Вон. Вот какая. Фиг знает, знает кто, что это за корзинка? Напишите там в комментариях. Дайки, в общем, нам отплывать всю эту ерунду и по заводе выходить. Ну, уже окуня поймали, уже у нас настроение получше. Ладно, погребли. Кстати, ребят, мы тут подумали и решили, что нечего нам ехать на Аку, потому что время уже, ну, не столь раннее. Есть много рыбы, куда ехать? Время без 10:04, сейчас пока мы соберемся, пока доедем, пока разберемся, это уже там ловить уже, сейчас темнеть 6 часов будет, смысл нет. И вот думаем, вечернюю зорьку попробуем здесь вот, поплаваем вот по заводе вот по этой вот. Вот. Сейчас поставлю еще лепесток, попробую здесь. Ну, в общем, здесь будем штудировать тот берег этой заводи. Так что, может, что будет, может, нет. О. Есть? Есть, бля, вот пошла. Она. Блин, дай. Ну, ты серьезно? Да ты видел, нет. Нет, ничего не видел. Трава была. Пошел ты. Одна трава. В общем, время у нас уже 40 минут. Мы здесь ловим по этой заводе. Тихо, ветра нет. Поклевок тоже. Уже испробовали и пуперы, и пуперы, и жуперы, блин. Вообще все. И клопер. И вон и верхушки разные, и большие, и маленькие, и блесну, и пока резиновых рыбок. Пока. Один сход и один окунь. Сход, да, был. Ну, а щука, которая ушла у тебя. А, ну это там, я имею в виду, здесь вообще ничего же, я здесь про это тишина. Говорю. Здесь вообще тишина. Пробуем, в общем, пока смотрим, что делать. До темна будем, до талого. Мы, тем не менее, вылезли на очередной засых. И хоть чуть расходиться. Тут вот местечко такое, походу здесь отдыхают эти местные жители. Чуть походить ноги, весь день же сидим. Вот тут. Под жаревню. Под всю эту приблудину. Ой, блин, вообще. Время 16:48 уже. Вот такой вид. 16:48. То есть, получается, мы с 11 часов, вот сколько, 5-6 часов мы, короче, блин, меня аж качает. За 6 часов мы поймали одного вот этого окуня. И все. Как-то это очень печально для этого водоема. Да? Совсем печально. Люди вообще ничего не поймали. Так что мы еще время. Не, ну мы же еще не знаем, что там кто ловил. Там он на той стороне дед сидит с этим. Как его звать-то? С чем он? С удочкой, блин, с поплавочной. Вот все наши пожитки.
окунь там. Хотели отпустить, но что-то пока протупили, он уже сдох. В общем, все, ребят, я гружусь. А он одел воблер Касадака. И все, он пьет свой этот. Вон у него прикольный банк. Покажи, кстати, как она. О, раз. Так уж закрыто. Ага. Сок, это сок. Из носок. Надо сделать. Мы решили отпустить дохлого окуня. Дохлого окуня. Ты его вот так пошеруди, вверх-вниз. Ну, за хвост, знаешь, как вот делают? Вверх-вниз, вверх-вниз. Чтобы он в жабры набрал вверх, вниз, да, да не, да не вверх-вниз. Вперед-назад, за сейчас. Ну, и? Надо жабры ему дать воздух. Ну, ну дыхни ему в рот. Ага. Да все, я тебе говорю, он полег. Или оклемается, думаешь? Дай ему еще посрать. Чем он это? Он уже убежал. Да вот он сидит. Ну и лови его с полметра, блядь. Думаешь, пусть сидит? Он мужик на моторной лодке. Все рыбачат. А окунь-то сидит. Вон он. Но он, в принципе, он же не полавает, он сейчас подышит, он крепкий. Так что у нас тоже благородная рыбалка, ребятаня. А мы, тем не менее, собираем снасти. Собираем снасти, разбираем лодки, шмотки. О. Всю приблуду. Это так, как знаешь, ходят со скрытыми камерами. Сейчас мужик плывет, а мы его скрыто снимаем. Че, допил свою жидкость? Видно, что у меня камера? Угу. Да. А куда ее сунуть? Так что собираем, разбираем. Во. Как улов? Ни о чем? Да, испытание сегодня. Да у нас тоже одного окуня поймали вон в истории. И то отпустили, не знаем сейчас, поплывет, не поплывет. Вообще даже что-то это... Испытание просто, лодка, эхолотка. Ничего, лодка? А эхолот что, молчал? Тут нельзя спокойно. А, нельзя? Тише. А, фейкозно. На гидроциклах есть. Ну да, да. А... Ну вот так вот. Так что ни у кого. Ни у кого сегодня ничего не было, ребята. Вот так вот. Глубину. Глубину только. Тебе обещали рыбу. Так что вот мужик и с эхолотом, и совсем. В общем, испытание прошло, блин, ты вот врубил на всю. Ничего не слышно. У всех было испытание. Ну да, просто я понял, что эта лодка не пойдет. Больно она. Че, вас можешь пришвартовать как-нибудь там это? Ну, привет. Ну, подтянуть. Ну, давай, Чеш. Больно она кувыривочи. Ну-ка, ну-ка. Веревка где? Во. Все, надо очень... Теперь я понял. Поставить точку на этой лодке. Ладно, пойдем. Найти опасность. Да. Надо приобретать что-то другое. Ну, давай один просто... на резину сегодня с этим, с я мотором смотрю, тоже катался. Я смотрю, все с резинами. Вот, там. А это она неустойчивая еще, да, наверное? Да, да. Но... Неустойчивая. Потом... Было бы вдвоем, кто-то здесь сидел. Она так, а, вот я так перевешиваю, да, еще мотор а тяжелый. Я вот сажусь на корму, и вон, видишь, вот так 20. А, да. Не, это опасно, и нафиг. Не. Так кувырнется. Ладно, что, давай тоже собираться, разбираться, в общем, будем. Не, ну что скажем. С
скажем, что... Нечего тут говорить, не клюет. Не клюет. В общем, ребят, которые вы... Кто там говорил, что... Нехрен здесь делать. В общем, в натуре миф мы не разрушили. Нефиг здесь делать. Мы доказали, что тут нехрен делать. Блин, ну сколько мы часов? Вот время 5:30. Мы с 11 часов. Ну пока сборы-разборы. 6 часов мы были в море, можно так сказать, в открытом. 6 часов мы плавали. Вот. Ну, сами видели, что. Поэтому... Да, ну, тут... мне не понравилось. Мужик вот тоже говорит, вообще ни хрена. Вот сейчас видели, да, который. Да. Поэтому лучше мы в другое место в следующий раз рванем. Так что, ну что, спасибо за внимание. Рыбалка есть рыбалка. Рыбалка — это не только ловля рыбы, а сам процесс, да, само приготовление, сборы. Ну и вот это вот все, что происходит. Так что оставайтесь с нами. До скорых встреч. До лучших хвостов. Пока. Счастливо.